Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Церемонія вручэння давершых лістоў прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Давершыя лісты прэзідэнту Рэспублікі Беларусь уручаюць надзвычайны і паўнамоцны пасол Алжырскай народнай дэмакратычнай рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь яго эксцэленцыя Бумедзіен Генат. Надзвычайны і паўнамоцны пасол Рэспублікі Бурундзі ў Рэспубліцы Беларусь яго эксцэленцыя Жазеф Нкурунзіза. Надзвычайны і паўнамоцны пасол Дамініканскай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь яго эксцэленцыя Рамон Алехандра Арэас Сарсуэла. Надзвычайны і паўнамоцны пасол Рэспублікі Казахстан ў Рэспубліцы Беларусь яго эксцэленцыя Тимур Жаксылыкаў. Надзвычайны і паўнамоцны пасол Кітайскай народнай рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь яго эксцэленцыя Джан Вэньчуань. Надзвычайны і паўнамоцны пасол дзяржавы Кувейт ў Рэспубліцы Беларусь яго эксцэленцыя Рашэд Хамад Аль-Адвані. Надзвычайны і паўнамоцны пасол Ісламскай рэспублікі Маўрытанія ў Рэспубліцы Беларусь яго эксцэленцыя Махамед Деман Хамар. Надзвычайны і паўнамоцны пасол Рэспублікі Сербія ў Рэспубліцы Беларусь яе эксцэленцыя Іліна Вукайлавіч. Надзвычайны і паўнамоцны пасол Усходняй Рэспублікі Уругвай ў Рэспубліцы Беларусь яго эксцэленцыя Даніэль Кастільяс Гомес. Уважаемые дамы и господа, я искренне поздравляю всех вас с официальным вступлением в должности руководителей дипломатических миссий Беларуси. От чистого сердца говорю вам всем: добро пожаловать в Беларусь. Надеюсь, у вас уже была возможность познакомиться с Минском, его достопримечательностями, пообщаться с людьми, узнать историю нашего государства. Она многогранна, в ней немало героических страниц, и мы ею по праву гордимся. Гордимся славными подвигами предков, трудолюбивыми современниками, которые продолжают укреплять любимую страну и воспитывать достойную смену. Скоро вы сами убедитесь, насколько белорусы гостеприимны и миролюбивы. Несмотря на возрастающие угрозы и вызовы, двери нашего дома всегда остаются открытыми. Красноречивое свидетельство – безвизовый режим для граждан 35 европейских государств, установленный этим летом. Для нас нет недружественных народов и второстепенных стран. Знаю, что и к белорусам во всем мире относятся с радушием и теплотой. К сожалению, мирная, процветающая и суверенная Беларусь у отдельных западных политиков вызывает раздражение, которое перерастает в предубеждение. Они считают нормальным свое однобокое, устаревшее восприятие мироустройства, где есть люди первого и второго сорта. А если кто-то не согласен с их точкой зрения, душат санкциями и разными ограничениями. Минск с такой несправедливостью сталкивается уже много лет, практически всю суверенную историю. Тем не менее, мы берем на себя смелость проводить самостоятельную политику, внутреннюю и внешнюю, и всегда отстаиваем свою позицию, основанную на международном праве и справедливости. В наш адрес часто звучат необоснованные претензии, например, о содействии нелегальной миграции. Хочу напомнить, Беларусь в пределах своих международных обязательств и имеющихся возможностей пресекает нелегальные миграционные каналы и борется с транснациональной преступностью. Но если создаются какие-то проблемы, связанные с миграцией, то это вопросы не к нам. Это вопросы к тем,
кто этих мигрантов позвал к себе в страну. Мы по-человечески заботимся о людях, которые были вынуждены покинуть свои страны и искать убежище в Европейском Союзе. И все это делаем без чьей-либо помощи, находясь под прессом незаконных санкций. Очередным поводом для внешних нападок на Беларусь станет, очевидно, кампания по выборам президента. Это уже кампания по нападкам на Беларусь началась. Вы это знаете. Уже, наверное, начали писать заготовки громких планов по свержению режима и просить миллионы долларов грантов на эти бесполезные цели. Каждые 5 лет просят. Сразу огорчу идейных вдохновителей. Расшатать ситуацию и увергнуть страну в пучину хаоса мы не позволили и не позволим. Вы это увидите. Наших людей не нужно агитировать за Беларусь. Они понимают, что сами и есть это Беларусь. Сильные, стабильные, независимые. Только белорусский народ праве решать свою судьбу, нравится это кому-то или нет. Дорогие друзья, сегодня в этом зале впечатляющая дипломатическая география. Здесь собрались близкие по духу люди, объединенные единым стремлением создать и укреплять связи во благо народов наших стран. Сегодня, 1 октября, отмечается 75-я годовщина образования Китайской Народной Республики. Пользуясь случаем, хочу, господин посол, в вашем лице поздравить весь китайский народ с вашим великим национальным праздником. Это и наш праздник. Для нас очень значимо, что именно в этот день вы вручаете верительные грамоты. Китайская Народная Республика для Беларуси всегда была и остается важнейшим, надежным и особым торгово-экономическим и политическим партнером. Между Минском и Пекином достигнут беспрецедентно высокий уровень доверительного сотрудничества. В условиях мировой политической напряженности мы смогли вывести двусторонние отношения на уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Несмотря на кризисные процессы в глобальной экономике, по итогам прошлого года добились нового рекорда в товарообороте. Особую благодарность за конструктивный подход к сотрудничеству хочу выразить моему дорогому другу, председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. И передайте ему мои добрые пожелания, что мы его ждем с визитом в Беларусь в удобное для него время. Важным, проверенным временем другом, стратегическим партнером и союзником для нас является Казахстан. Сегодня практически нет таких сфер, где бы у нас не было общих интересов. О высокой динамике сотрудничества свидетельствует ежегодный миллиардный товарооборот и успешные проекты в промышленной кооперации. Хочу в очередной раз высказать слова благодарности президенту Казахстана Касым Жомарту Кемелевичу Токаеву за всемерную поддержку, оказанную нашей стране во время казахстанского председательства Шанхайской организации сотрудничества. Мы традиционно выстраиваем дружественные отношения с Республикой Сербия. Они основаны на прочных исторических духовных связях между нашими братскими народами. Заинтересованы в активизации всего комплекса белорусско-сербского сотрудничества и расширении контактов, развитии взаимовыгодной кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и иных сферах, в том числе с использованием высоких технологий. Мы готовы к активной промышленной кооперации и сотрудничеству в сферах продовольственной безопасности и высоких технологий с Алжиром. Уверен, что наша техника, комбайн, трактора, грузовики, наши зернохранилища будут полезны для алжирской экономики. Также выражаю надежды на продолжение совместной плодотворной работы на международных площадках. Мне доставляет особое удовольствие приветствовать сегодня посла Мавритании, страны-председателя Африканского Союза. В этом году Беларусь и Мавритания отмечают 20-летие установления дипломатических отношений. Сердечно поздравляю с этой значимой датой. Убежден, что наши контакты необходимо активизировать. Основа для этого имеется. Предлагаю определить 2-3
основных флагманских взаимовыгодных проектах, где мы можем быть полезны друг другу, и приступить к их реализации. Мы заинтересованы в развитии дружественных связей с Бурунди. Придаем особую важность экономической составляющей межгосударственных отношений. С учетом развития Бурунди в сельском хозяйстве и разработки полезных ископаемых можем предложить широкий спектр машиностроительной продукции, включая грузовую, строительную, карьерную и сельскохозяйственную технику. Кроме того, Беларусь располагает значительными возможностями для подготовки специалистов, необходимых для работы в различных отраслях экономики. Важным партнером в регионе Ближнего Востока для нас является Кувейт. Мы высоко оцениваем стремление вашей страны к мирному урегулированию конфликтов и кризисов. Вы в это серьезно вовлечены, как и Беларусь. А также гуманитарные усилия на международной арене. Это созвучно нашим мирным инициативам о начале широкого международного диалога о принципах и гарантиях безопасности. Готовы приложить все усилия для наращивания торгово-экономического инвестиционного партнерства по всем направлениям. Рассматриваем Доминиканскую Республику в качестве перспективного партнера в Центральной Америке и Карибском бассейне. При этом экономический вектор считаем наиболее важным и взаимовыгодным. Мы открыты для любых форм кооперации. Предлагаю начать создание эффективной договорно-правовой базы. Убежден, что планируемое к подписанию соглашения о взаимной отмене виз не только оживит туризм, но и станет важным импульсом для активизации двусторонних отношений. Внимательно, очень внимательно следим за развитием Уругвая. Уверен, успешное проведение предстоящих президентских выборов в октябре этого года приумножит существующее достижение вашей страны. Беларусь всегда поддержит выбор уругвайского народа. Мы заинтересованы в активизации взаимодействия как на политическом, так и на экономическом треке, чему могло бы способствовать подписание соглашения о взаимном отмене виз, рассчитывание на активную позицию посла, выстраивание эффективных и доверительных двусторонних контактов. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, в Беларуси всегда рады старым друзьям и новым партнерам, заинтересованным в укреплении и развитии отношений с нашей страной. Точно знаю, для настоящей дружбы расстояний не существует. Мы открыты для новых идей, нацелены на реализацию самых амбициозных проектов. Абсолютно убежден, ваше пребывание на нашей земле будет комфортным. Работа продуктивной, а сотрудничество взаимовыгодным. Я от души всем вам желаю успешной работы. Щиро витаем у Беларуси, дорогие сябры. Передайте КСМК, что он всегда был и будет нашим самым настоящим другом. Меньше читайте и слушайте ненужные средства массовой информации. Спасибо, Александр. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что встретимся, еще обсудим наш вопрос. Огромное спасибо. Председателю самое доброе пожелание. Ваше превосходительство, уважаемый господин президент, я удостоен большой чести сегодня в день празднования 75-летия образования Китая вручить вам верительные грамоты. Позвольте передать вам самый сердечный привет от представителя Китая Си Цзиньпина. Ваше поздравительное послание в адрес Си Цзиньпина я уже первое время ему дорожил. Китай и белорусы – настоящие друзья и надежные партнеры, отношения которых выстроены на основе взаимодоверия и искренности. Представитель Си Цзиньпин с вами поддерживает самые добрые дружественные отношения. И под вашим руководством постоянно укрепляется китайско-белорусское всепогодное всестороннее стратегическое партнерство. Китай высоко оценивает, что белорусы всегда оказывают нам решительную поддержку в ключевых вопросах, касающихся коренных интересов Китая.
Китай и, в свою очередь, будет впредь поддерживать путь развития, выбранный Беларусью в соответствии со своими национальными особенностями, поддерживать усилия белорусского правительства, направленные на защиту своей государственной суверенитета, государственной независимости и территориальной целостности. Как новый посол, я буду делать все от себя зависящее для укрепления нашей дружбы и сотрудничества. И я уверен, что при исполнении своей ответственности могу рассчитывать на содействие и поддержку от вас лично и со стороны правительства Беларуси. Ваше превосходительство, хочу пожелать вам крепкого здоровья и благополучия на всех начинаниях. Спасибо. Насчет поддержки не волнуйтесь. Спасибо. Вам спасибо большое. Здравствуйте. Ваше превосходительство, искренние пожелания на мира государства Кувейта, шейх Мишан, Ахмед Джабр Ас-Сабах, и его наследник, шейх Сабах Аль-Халид Джабр Ас-Сабах. Пожелание к вам и большое привет от них, особенно мы стремимся развивать отношения между Кувейтом и Республикой Беларусь. Передайте эмиру мои самые добрые и теплые пожелания. Я думаю, что в ближайшее время мы с ними встретимся. С ним. Доброго пожаловать. У меня очень дружеские с ним отношения. Добро пожаловать. Мы вспоминаем ваши визиты в Кувейте, когда вы были. Спасибо. Thank you, Mr. President, for your hospitality. Спасибо за гостеприимство. Mauritania is ready to develop Russian hospitality with the country. Мы бы хотели развивать сотрудничество с Беларусью. Я думаю, вам будет комфортно в Беларуси. Спасибо большое, уже есть. Я рада, и это большая честь для меня передать вам самые большие теплые поздравления нашего президента, господина Александра Вучича. Действительно, это привилегия работать в такой традиционно дружественной стране. Радуемся отметить 30-летие наших дипломатических отношений в ноябре этого года и продолжить наши совместные усилия на благо наших народов. Когда закончится ваша каденция, вы не торопитесь домой. У нас будете жить и работать. Спасибо, Эдин. Спасибо большое. Салют. На здоровье. Спасибо. Thank you very much, Mr. President. It's a great privilege to meet you. Самое доброе и теплое пожелание вашему народу. У вас непростой электоральный период, так? Да. Yes, exactly. We are heading elections. Я желаю вам, чтобы этот период не превратился в какое-то боевое сражение, чтобы ваш народ определил все-таки сам, определил свой выбор и жизнь свою. Of course. Спасибо. Спасибо, уважаемые друзья. Спасибо. Здоровья вам и хорошего пребывания в Беларуси. Спасибо.